Привет, друзья! Вам понравился котик, поэтому на его фоне и будем снимать. Ой, сегодня хочу показать вам новиночки из Фикса. Просто потрясающие новинки. Надо вот бросать все, бросайте это видео, смотрите, бегите в Фикс Прайс за этими новинками, потому что расхватывают на лету. И просто, ну, классные, классные новинки. И пока они есть, надо брать. Вот, распакуем с вами две китайские посылочки, еще одну посылочку довольно-таки большую из города Орел. И дальше просто влог, так что смотрите, оставайтесь со мной. Поехали! Поехали! Из Фикс Прайса хочу показать вам новинки. Сначала вот такие вот книжечки, которые я купила специально, чтобы вам показать, но, естественно, я их себе не оставлю, я их подарю. Вот такая вот книжечка для девочек. Они очень интересные. Здесь в основном какие-то задания, но, то есть обводить там, дорисовывать, дописывать, но в основном все по точкам нужно обводить. Поэтому вот такая вот. Принцип точно такой же, абсолютно. Какое-то дописывание, дорисовывание, обведение по... И вот такая вот третья. Тоже здесь принцип точно такой же. Фигурки, их можно раскрашивать и так далее. И вот весь полный список, да, того, что у них представлено в печати. Очень интересные варианты, и стоила одна книжечка 55 рублей. Так что бегите, мне кажется, вообще очень выгодно. Она не тоненькая, она довольно-таки толстая. И здесь много заданий, это интересно. Вот. Еще новинка, просто потрясная, я вам скажу. Пока они есть, бегите скорее, потому что за такую цену вы не найдете нигде. Чай Кёртис. Один называется «Багамская ночь» или «Ночь на Багамах», не знаю. В общем, с одной стороны она вот такая вот, с другой вот такая. И второй чай «Земляничная мохито». Вот так вот выглядит коробка. Бегите скорее. Потрясающие вкусы, ароматные. Очень долго держится и вкус, и запах, и не требует сахара. В общем, очень классные штуки. Мне понравилось земляничный на ночь перед сном, а ананасовый очень хорошо бодрит с утречка. Так что 50 рублей за чай, бегите скорее. Так, следом хочу показать. Вот такой появился деодорант. Я взяла арбузный и малиновый. Запах просто потрясающий. Здесь 150 миллилитров и стоил он 99 рублей. На минуточку. Точно такой же дезодорант в Пятерочке стоит 109 рублей. В Магните 119, 125, 127. Абсолютно такой же объем. То же самое производство, тот же самый состав. В общем, бегите скорее в Фикс. Следом хочу вам вообще посоветовать срочно, просто срочно бежать в Фикс Прайс ближайший и искать на полках вот это вот чудо, которое появилось просто внезапно и может также внезапно исчезнуть. И это минеральное умывание, минеральная косметика, минеральный уход. Помните, у меня был обзор... По-моему, от Биокосметикс мне присылали минеральную пасту, маску накладывать на лицо, на тело можно куда угодно. Зависит от времени выдержки. И я вам рассказывала, что это просто... эта вещь творит чудеса. Так что, если вы не готовы пока потратиться довольно-таки много на минеральную косметику, потому что она довольно-таки дорогая, и вот именно той фирмы, которую пробовала я, она стоит, конечно, раз, наверное, в 7, а то и в 10 дороже, чем вот этот флакончик. Здесь
100 миллилитров, и стоил он 77 рублей, и это просто потрясающая цена. Бегите скорее. Представлены в фикс-прайсе разные варианты для сухой, для жирной, для нормальной, для комбинированной кожи. Так что скорее, просто скорее. Их разбирают. У нас рядом с домом уже нету ни одного. Я взяла два рядом с работой. Также появились. У нас не было. Опять же говорю, рядом с домом в нашем фикс-прайсе такого не было. Поэтому рядом с работой я увидела вот такие вот тканевые масочки. Ну и как вы думаете, я же не могу без масок вообще. Поэтому я взяла, собственно, 4 штуки, все какие были. Восстанавливающие и замедляющие процесс старения с коэнзимом Q10 и гиалуроновой кислотой. Такая лифтинг и насыщение микроэлементами с экстрактом морских водорослей и гиалуроновой кислотой. Вот такая вот эластичность и коррекция овала лица с коллагеном и гиалуроновой кислотой. И вот такая вот увлажняющая и успокаивающая с алоэ и гиалуроновой кислотой. Кстати, я заметила, не знаю, может быть, это для меня открытие только было, а вы уже давно все в курсе, что гиалуроновой кислотой лучше пользоваться в зимний период времени. Ну, то есть в холодный период. Для меня, наверное, лучше в зимний, поскольку у меня все-таки кожа смуглая, и летом это выглядит довольно-таки странно. Просто в прошлом году я испытала это на себе, такую маску с гиалуронкой, и когда я летом побелела, да, а все остальное тело осталось довольно-таки загорелым, это выглядело очень странно. Вот, так что если вы такая же странная, как и я, и открываете все для себя каждый день что-то новое, то имейте в виду, гиалуронкой лучше пользоваться в зимний период времени. Вот. Такие у меня были покупки, новинки. Новинки крутые. Так, я думаю, что я ничего не забыла показать. И давайте сейчас покажу вам, что у меня пришло от китайцев. Цену подпишу на экране, потому что я вот только-только получила их на почте. Вот такая посылочка. Я на ощупь определила уже, что там внутри. И мне даже интересно, как эта штука работает. Да, это она. И именно того цвета, который я хотела получить. Это такая терка, даже не терка, а точилка. Точилка для корейской моркови. Или там можно огурец натереть. А я вам вставлю, как это все должно выглядеть в итоге, картиночку. В общем, вот такая вот штука. Будем пробовать с вами, потом расскажу, как хорошо работает или нет, вообще имеет ли смысл. А покупала я ее, по-моему, за баллы, но я напишу на экране, сколько это все дело стоило. Так, и давайте еще одну откроем посылочку, маленькую. Так, где у меня тут отверстие. Так, это что-то интересное такое. Пакетики. Без понятия, что это. Какие-то пакеты. 2 штуки. Они запакованные. В общем, не знаю, сюрприз. Пока, наверное, открывать не буду, мало ли там что-то, ну, я имею в виду, может выдохнуться. На пачке ничего не написано, такого только китайские какие-то надписи. В общем, посмотрю я по трек-номеру, по штрих-коду, что это такое, потом вам напишу. Потому что я вообще не в курсе. И, значит, посылочка у меня из города Орёл пришла. Это я участвовала в конкурсе на канале Альсария. Да, кто не знал, у них есть свой YouTube-канал.
Если нужно, оставлю ссылочку под видео, проходите. У них был новогодний конкурс, и, в общем-то, я выиграла 50% скидку на любой заказ. Вот. И поскольку я хотела маме заказать такой аппликатор, наверное, правильно так он называется, я, собственно, его и заказала с 50% скидкой. Мне кажется, что скидка, конечно, колоссальная, потому что за полную стоимость я бы, наверное, еще не скоро его купила. Вот. Ну и, как всегда, они здесь кладут накладную книжечку, полная это самое, комплект, описание, там все. И, в общем-то, выглядит он вот так вот. Это такая сумка, здесь полный комплект. Я вставлю вам картинку, не буду разворачивать, как это выглядит, что именно я заказала. Вот, потому что, ну, не хочу разворачивать, все-таки это подарок. Ох, друзья, я тут, в общем, на днях разбирала этот ящик комода. У меня здесь лежало все совсем по-другому. Я, в общем, решила верхний ящик отвести под косметику, который я либо на данный момент, либо с особой периодичностью, либо, ну, пользуюсь, либо мне прислали что-то на обзор, мне нужно это тестить, либо то, что у меня что-то заканчивается, и я просто здесь выкладываю то, что идет уже на замену тому, что уже кончается. Вот, в общем, выложила вот так вот, и вот на днях заходила в Фикс, купила коробки, но они, к сожалению, серого цвета. То есть не было коричневых, как у меня остальные коробки. И помните вот эти вот из заодно тканевые. Они очень клевые. Вот, в общем, набор коробок за 99 рублей. Ну вот, узенькая коробочка прям идеально для масок. Вот я тут выложила все свои маски, которые мне либо нужно тестировать, либо я получила в подарок, либо покупала. Вот, и тут у меня есть, кстати, кто знакомился когда-либо с компанией Тиандэ, есть вот такие две штуки, белая полоска и черная на нос. Вот, на удивление, знаете, белая мне вообще не понравилась. А черная просто находка. Вот. Может быть, я не поняла белую, может быть, я на ней особо ничего и не увидела. А кто знает, не знаю. Напишите, вы пробовали вообще косметику Тиандэ, как вам нравится, не нравится вообще. Это масс-маркет или все-таки она действительно качественная и работает? Вот, в общем, такой у меня ящичек, если вдруг интересно наполнение, пишите в комментариях. А я тогда, может быть, обзорчик сделаю, покажу, что у меня, где, чего, как, для чего и, в общем, всякое такое. Но я думаю, кто видел мои распаковки бьюти-боксов, помнят вот эти вот масочки мы с вами доставали, вот ту вот масочку, вот эту масочку, вот. Вот это у меня крем из обзора большого заказа с аптеки.ру. Вот. Есть тут несколько орифлеймовских кремов, которыми я никак уже не закончу пользоваться. Надоели уже. Вот. Есть и вот в золотых упаковочках люксовая косметика, которую мне дарили. Так что есть вот и моя любимая V Cosmetics, и Avon, вот синяя баночка, и знакомая надпись. Да, но это мне подарили не у них, это мне подарили в другой фирме, тоже такого же рода. Ну, кто знаком, кто не знаком. В общем, и вот здесь вот тоже в больших баночках у меня
Аравия. Уход за руками. Тоже у меня был небольшой обзор. Видео было. Вот, в общем, вот так я уложилась. И что я думаю еще? Думаю еще купить такие же две коробки. Большую, наверное, в другой ящик поставлю. А узенькую еще вот здесь. Вот она у меня встанет идеально, потому что маски у меня все не влезают. И хочется вот это вот, то, что у меня здесь просто навалено, тоже как-то уложить в коробочку. Вот, в общем, вот такое наполнение. Интересно посмотреть, что в других ящиках, как устроены другие ящики. Пишите в комментариях, и будет вам обзор комода и организация вещей в комоде.